Стойка. Слишком все время висеть на носках неудобно, потому что вертикальная работа не получится. То есть это чересчур передняя стойка. Второй вариант – это чересчур задняя стойка, когда плечи слишком сзади и человек наперед. Сбалансированная правильная стойка – это когда плечи, колени и носки лыж в одной плоскости. И можно уверенно стоять, устойчиво. Yeah.